Вам микрофон дать? Нет. Вы постоите рядом. Это чудесно. Я дело в том, что я волнуюсь, когда вы стоите рядом, и не могу вести мероприятие. Может быть, как-то мы найдем какое-то решение этому вопросу? У меня колотится сердце, да. Тахикардия. Вы еще и врач. Боже мой. Как волнительно. Нет, не отходите, стойте рядом. Все-таки сердце, оно еще выдержит что-то, я думаю, что в моей жизни. Померите мне пульс. Мне живут. Я, видимо, давно уже умер. Продолжайте его, Да, у вас хорошо получается. Все-таки давайте я провожу вас до места. Вы меня дезориентировали в какой-то степени. Нет, не пойдете? Все, я упустил свой шанс, по-моему.